Анонс и точно дата выхода 14 серии турецкого сериала «Прекрасные дни». 14 серия сериала выйдет в эфир 11 февраля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как вся семья была очень взволнована после выступления Алтан и Атакана. Отец Алтан давно приготовил список для выступления и рассчитывал на то, что к вечеру он будет завершен. Родные настроились с большим энтузиазмом на то, чтобы успеть завершить данный список. Между Алтан и Атаканом возникает напряжение в отношениях, и в итоге все приводит к тому, что события начинают разворачиваться самым неожиданным образом. Во время церемонии надевания колец Алтан и Атакана между Сельмой и Михраном начинается самое настоящее противостояние. Но несмотря на все, присутствующие были очень счастливы за влюбленную пару, ведь с этого момента для них начинается совершенно новая жизнь. Михран сказал Сельме, что больше всего в этом мире ему бы не хотелось ее расстраивать. Алтан, показав на кольцо, надетое Атаканом, сказала, что это уже пределы, и теперь они вместе должны понять, насколько далеко зашли, и теперь все действительно серьезно. Хаким пришел в кафе к Кеймет и пригласил ее на ужин. Для нее это было очень неожиданно, и она сначала растерялась, но потом все же приняла это приглашение. Напомним, 14 серия сериала выйдет в эфир 11 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.